Итак, дорогие друзья, настал этот прекрасный момент. Согласен с тобой. Давайте. Давайте, ну, прям в центр. Да, да. Прям со всей торжественностью, да, Борис? Давай. Кто? Стоп! Как? Вот тут правильно. Здесь выходит Виагра, и потом Грановская, а потом Мейхер. Кто-то говорит Надежда. Дорогие друзья, я вам могу сказать одно, что вы правы. Итак, причем все вместе. Да, давайте все вместе объявим. Давайте, почему бы нет, да? Да. Давайте. Все давайте. Готовы? Как и договаривались, да? Правда. Все? Правдем, як дусе. О чем молчим? Давайте, да? Все вместе. Очень хорошо. Ладно, Борис, давай не будем мучить публику, наверное, сами. Поехали. Надежда Мейхер Грановская. Экс-солистка группы «Виагра». Встречаем впервые в Душанбе. Вашими бурными. Душанбе, я вас приветствую. Добрый вечер. Не моя вина, я лишь себя пригрела, а ты меня до дна. На. Танцуем, если получается. Вставайте, не стесняемся. Я не могу разорвать его и выкинуть в окно, и нажимая на паузу остановить кино. Я не могу до конца понять, какого лешего я полюбила красивого сумасшедшего. Я полюбила красивого сумасшедшего, словно елку гирляндами его вешала. Пообещай, что теперь будет по-по-по-ногому, говори медленнее, о чем ничего не пойму. Что-то в себе, менять паденья на полет, и ой, сумасшедший, ляжем под наркоз, скажем им, что предупреди, между нами сквозь сумасшедший. Не моя вина, я лишь тебя пригубила, а ты меня до дна. Я поняла, что уже ты делаешь, и я купила один билет на Мармаракеш. Словно елку гирляндами его вешала и задушила красивого ансом шедшего. Пора менять друзей, что-то в себе, менять падение на полет, сумасшедший, ляжем под наркоз, скажем им, что проложили между нами ось, сквозь сумасшедший. Тебя пригубила, а ты меня до дна. На. Добрый вечер еще раз. Приветствую вас на премии «Высшая лига» Нового радио. Сумасшедший, не моя вина, я лишь тебя пригубила, а ты